20 лет от роду Александр Рязанов был рисовальщиком в чертежной комиссии по строительству храма Христа Спасителя. И не знал тогда молодой специалист, что через 43 года быть ему главным архитектором этого великого сооружения. Что касается этих 40 лет, были наполнены они учебой, путешествиями и, конечно, упорным трудом и творчеством. В 33 года Рязанов – академик архитектуры. Самое известное его светское сооружение – Владимирский дворец на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге. Ныне это дом ученых. Но, думается, главным в творчестве православного архитектора было созидание культовых сооружений. Судите сами. Свято-Троицкий собор в Дивеево, в Вильнюсе Пречестинский собор, церковь Святой Параскевы, Никольский собор, часовня в честь Александра Невского, в Петербурге Борисоглебский храм. Это все проекты Рязанова. Ну а главным в жизни мастера было, безусловно, завершение храма Христа Спасителя после смерти учителя Рязанова Константина Тона. Обладая также ярким организационным даром, Александр Иванович был председателем Петербургского общества архитекторов в течение 17 лет. Умер тайный советник и выдающийся мастер в 1887 году. Могила Рязанова находится на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге.